Действительно, мы с вами встретились на выпускном в музее инженерных войск, артиллерии, войск связи, чтобы всех вас я мог там увидеть при вручении дипломов, а мне к ним подойти и сказать: «Дядя Саша, спасибо, все было классно в Эйдельвейхе». Ну что ж, ну а впереди, конечно же, хорошие песни и ваши аплодисменты. Правда, классно было?